Раз в месяц депутаты КПРФ принимают мечи, помогая в любых проблемах. Подробнее о деятельности приемной депутата Федина в нашем сюжете. Каждый день амичи сталкиваются с несправедливостью и нарушением своих прав. Прийти с проблемами как общественного, так и личного характера можно к депутатам КПРФ. Например, депутат городского совета Иван Федин принимает граждан ежемесячно, каждый четвертый четверг. Вот лишь небольшой перечень проблем, затрагиваемых им. Есть проблема с застройщиком, есть вопросы ливневой канализации, есть тротуаров, есть детский садик. О перерасчете пенсии – это часто вопрос ставится на приеме. Поток обращений граждан растет день ото дня, но ни один вопрос не остается без внимания, и каждой проблеме оказывается депутатская помощь. Например, на прошлом собрании Федин пообещал местным жителям помочь разобраться с недобросовестным бизнесменом. Другой вопрос сегодня о рекламной конструкции. Пришла старшая по дому. Размещена рекламная конструкция на многоэтажном доме, на несущей стене. Приносит она доход, эта реклама, предпринимателю. Предприниматель вот уже 2 года пользуется общедомовым имуществом, ничего дому не платит. Здесь, в приемной депутата Федина, молодой перспективный фотограф Анатолий Алехин организовал свою первую выставку. На ней представлены кадры с мероприятия областного комитета КПРФ, репортажи из пресс-туров, портретная съемка и выразительные снимки природы Омской области. Получается жанр политический и природный жанр собрал. Каждая мозаика собиралась равновесно, имеется, чтобы перевеса особого не было. Там в одну сторону, там в другую сторону. Все, чтобы сходилось в один камешек. Эти все снимки, они в историю нас обращают. Мы можем у снимков вспомнить, порассуждать. Кто-то скажет, что зря, что он не пришел тогда на эту акцию. И когда увидит, что другие его товарищи были смелее, активнее и добивались результатов. Эти снимки очень хороши. Они именно в нашей работе большое подспорье. Таким образом, КПРФ помогает людям не только в решении проблем, но и в развитии их творческой деятельности. Михаил Ермишко, Игорь Шумов, телекомпания «Обком ТВ».